Повышение эффективности работы каждого трудящегося, каждого трудового коллектива было в центре внимания участников всесоюзного слета бригадиров хозрасчетных строительных бригад. От имени бригады Злобина, первой перешедшей на новый метод строительства, выступил парт-группорг Анатолий Павлович Михайлов. Проблема качества в первую очередь занимает строителей, приехавших в Волгоград. Об этом говорит герой социалистического труда Александра Васильевна Аношина из Волгограда. Вручаются дипломы и почетные знаки лауреатов государственной премии.